Добрый вечер. Вы смотрите «Дебаты» на «Реалитате ТВ». Сегодня в студии у нас председатель партии «Центристский союз» Михаил Петраки. Здравствуйте. А также председатель партии «Коммунистов-реформаторов» Руслан Попа. Для начала я напомню нашим телезрителям, что состав каждого выпуска «Дебатов» определился путем жеребьевки. Правила таковы. Для начала у вас будет по 3 минуты для того, чтобы представить потенциально вашим избирателям свою платформу. Далее по 5 вопросов одинаковых каждому из вас с нашей стороны. На это отводится по 2 минуты. Время не суммируется, которое вы не использовали. Последует раунд вопросов и ответов с вашей, между вами. Это свободная платформа для вас, для обмена мнениями. На это у каждого по 7 минут. И в конце минута для подведения итогов. Итак, я предлагаю начать. По 3 минуты у каждого. Господин Попа, вам слово. Добрый вечер, уважаемые сограждане. Меня зовут Руслан Попа, я являюсь представителем партии коммунистов-реформаторов Республики Молдова. В эту кампанию литерально мы идем первый раз. 24 июня, 23 июня наша партия была зарегистрирована. Мы являемся в бюллетене для голосования под номером 6. Мы идем в эту кампанию со слоганом «Против всех, кто был у власти», «Против всех тех политиков, которые были у власти за последние 23 года. Почему? Потому что мы видим, до чего все эти политики довели нашу страну. Были разные партии у власти, и синие, и красные, и зеленые, и ласточки, и муравьи, и целый зоопарк. Тем не менее, страна просто практически уничтожена, экономика уничтожена, люди бегут из страны, работы нет, кормить и обувать, и одевать детей нечем. Вот такая у нас сегодня реальность. Поэтому мы, партия коммунистов-реформаторов, призываем вас наказать всех политиков, которые были у власти за 23 года, голосовать за новые партии. Дайте нам и себе, в том числе, шанс на лучшую жизнь. Мы, партия коммунистов-реформаторов, не будем делать коалиции в парламенте, потому что мы считаем, что правительство должно быть технократичным, технократическим, состоящим из профессионалов, набранных по конкурсу. И премьер-министр, министры, и все работники сверху донизу должны быть набраны по конкурсу. Поэтому нет необходимости ни в каких коалициях. Мы, как партия, зайдем в парламент и будем работать над законами, которые будут приносить вам, как гражданам Молдовы, улучшение, а независимое правительство будет исполнять. А мы также хотим создать общественную палату, куда бы могли бы идти известные граждане из гражданского общества, которые бы имели бы достаточно инструментов для того, чтобы контролировать как парламентские партии, так и исполнительную власть. Поэтому дальше мы уже сегодня поговорим обо всех тех предложениях, которые наша партия предлагает. Спасибо. Спасибо вам, господин Попа. Господин Петраки, 3 минуты для того, чтобы представить платформу. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые сограждане. Мы не первый раз с вами встречаемся. Я представляю Центристский союз Молдова. И мы вступили в эту предвыборную кампанию. И, скажем так, составили такую предвыборную программу, опираясь на объективные обстоятельства, которые характеризуют экономическую, политическую и, если хотите, социально-культурную ситуацию в стране. Вопреки тем победным реляциям, которые мы получаем каждый день, о невероятных успехах молдавского правительства или правящих партии в Республике Молдова относительно, или прежде всего, по пути европейской интеграции, вот даже вчерашнее сообщение о том, что Европарламент ратифицировал соглашение об ассоциации Республики Молдова к Европейскому Союзу. Повторяю, вопреки этим реляциям, наша программа и наш анализ говорит о том, что, по сути, Республика Молдова после 5 лет правления так называемых демократов, либерал-демократов и либералов. Повторяю, ситуация, на наш взгляд, с политической и моральной точки зрения является катастрофической.
Я приведу две цифры. Речь идет о том, что по последним опросам 86% наших граждан не верят политическим или в политические партии. 60% наших граждан не находит себя или не находит ответа на свои вопросы в предвыборных программах правящих партий. Это цифры, я думаю, что они должны, ну, как бы сказать, беспокоить очень сильно, потому что это характеризует отсутствие отношений доверия между народом и властью. И это результат того правления или тех действий, которые предпринимали проевропейские партии за последние 5 лет, не столько вовне, сколько внутри страны. Вы отлично знаете без меня, какая вакханалия, какой хаос, какая нестабильность или какой нестабильностью характеризовался этот 5-летний период. Эти партии не смогли, вы отлично знаете, в течение 3 лет даже избрать главу государства и вынуждены были провести 3 парламентские выборы, 1 общенациональный референдум с тем, чтобы найти какое-то решение и обеспечить условную стабильность в обществе. Спасибо вам. Что ж, теперь переходим к вопросам с нашей стороны. Господин Петраки, начнем с вас. Договорились поговорить о внешней политике. В этой связи наш вопрос. Какую внешнюю политику следует проводить Республике Молдова, учитывая контекст международный? Это новый конфликт территориальный на постсоветском пространстве. Это рост популярности евроскептиков в Евросоюзе. По-прежнему сохранение лозунга «Россия для русских». Ну, я вынужден начать с известного решение Конституционного суда, по-моему, недавно, это 3-недельное или 4-недельное, в соответствии с которым в нашей стране признаются полезным, конституционным только проевропейские мысли и устремления наших граждан. А иные мысли, иная идеология признается априори неконституционным. Ну, я думаю, что такая ситуация могла произойти вот как раз в нашей стране, где абсолютный беспорядок в сфере государственного управления. И это, в принципе, относится и к внешней политике, которую проводила проевропейская коалиция за последние 5 лет. Как мы видим, как Молдова должна вести себя во внешней политике? Ну, во-первых, мы не ставим под сомнение курс европейской интеграции. Во-вторых, мы также не ставим под сомнение, но считаем, что параллельно или одномоментно, одновременно с реализацией курса на европейскую интеграцию, Республика Молдова просто, если хотите, обязана в силу самых или очень многих обстоятельств иметь или содержать и развивать партнерские отношения с Российской Федерацией и с другими странами Содружества независимых государств. Я хочу только обратить внимание на то обстоятельство, что процесс ускоренной евроинтеграции Республики Молдова, Украины и Грузии, по сути, стал, скажем так, непродуманный, несогласованный, с неразрешимыми противоречиями, которые возникали в этом процессе, я имею в виду и с Российской Федерацией, по сути, накалили обстановку и создали обстоятельства, при которых ставится уже, может быть поставлен под сомнение и сам курс на европейскую интеграцию, и курс на то, чтобы поддержать партнерские взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. Поэтому мы призываем к тому, и мы будем проводить эту политику при продолжении курса на европейскую интеграцию, как бы разрешить те самые противоречия, которые существуют между Россией и Республикой Молдова. Спасибо вам. Господин Поп, прошу ответить на тот же вопрос, какую внешнюю политику следует проводить Республике Молдова, заметив региональный, общий, мировой даже контекст. Республика Молдова маленькая страна. Мы находимся, по сути, в очень хорошем географическом положении. Мы не можем, как маленькая страна, себе позволить никаких других инструментов, кроме как дипломатические. Поэтому мы не можем себе позволить ни в коем случае дружить с одними против других.
Результат такой политики мы видим за последние 5 лет. Российская Федерация неоднократно заявляла, что страна, Республика Молдова, которая действительно была в составе Советского Союза и входит в состав СНГ, имеет очень много двусторонних договоров с данными странами, не может подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом, не проводя консультации со своими партнерами, с которыми уже есть какие-то отношения, есть контракты, которые нужно выполнять. И в том числе данный контракт, договор об ассоциации и свободной торговле не был проконсультирован ни с гражданским обществом Республики Молдова, ни с бизнесменами. Мы до сих пор, то есть никто не может сегодня сказать, что его спросили, это правильно или нет. То есть власть просто подписала бездумно, видимо, не прочитав ни одной строчки этого договора. И тем самым ввело Молдову в очень плохие отношения с Российской Федерацией, от чего страдают наши фермеры. Поэтому Молдова обязательно на порядке должна дружить и с Российской Федерацией, и с Европейским Союзом. Не нужно никуда вступать, ни в Европу, ни в Россию. Нужно быть мостом между Востоком и Западом. Да, ваш ответ ясен. Наш следующий вопрос частично вписывается вот в вашу логику. Он таков вопрос один для каждого из вас. Как следует поступить с соглашением об ассоциации, на ваш взгляд? Если позволите, я отвечу. Во-первых, смотрите, на сегодняшний день договор об ассоциации еще не вступил в легальную силу. Он не ратифицирован всеми парламентами стран, которые входят в Европейский Союз. Он не ратифицирован Советом Европы. Я знаю точно, что ни парламент Чехии, ни парламент Дании не будут ратифицировать этот договор. Они уже об этом объявили. Не будут ратифицировать договор до парламентских выборов 30 ноября. Они пояснили это очень просто, что не видят смысла спешить, потому что с их точки зрения и по их данным, скорее всего, власть в стране поменяется. Поэтому все подписания и возможное пересмотрение этого договора будут только уже с новыми депутатами. Мы, как партия коммунистов-реформаторов, считаем, что нам, конечно же, Республике Молдова нужен такой договор о свободной торговле с Европейским Союзом, потому что у нас есть такой же договор с СНГ, и не вижу причин, почему у нас не должно быть такого договора с Европейским Союзом, с Мексикой, с Южной Америкой и так далее. Но любой договор должен быть двусторонне выгодным. И в том числе этот договор должен быть, как я уже ранее сказал, нужно проконсультироваться и с гражданским обществом Республики Молдова, и с бизнесменами, и с фермерами, и в том числе с нашими партнерами внешними, какими являются Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан, другие страны СНГ. Потому что он затрагивает определенные сферы, где мы уже имеем определенные обязательства перед другими странами. Поэтому, вот, проведя все эти консультации, в том числе с Европейским Союзом, найдя, скажем так, ту золотую середину, которая устроит всех, а мы уверены, что это возможно, вот тогда этот договор нужно, конечно, подписать и ратифицировать. Спасибо вам, господин Петраки. Партия «Центристский союз Молдовы» какую судьбу видит для договора об ассоциации с ЕС? Значит, мы заявили и на программном уровне, и еще задолго до начала предвыборной кампании, что правительство Республики Молдова и правящие партии оказались в роли счастливых заложников, скажем так, геостратегической конъюнктуры, которое повлекло за собой ускорение процесса европейской интеграции Украины, Молдовы и Грузии. Поэтому я думаю, что там при обсуждении, при подготовке к подписанию соглашения у нас можно, может быть, по пальцам найти людей, которые прочитали это соглашение. Я один из них. Я вынужден был это прочитать в конце мая, начале июня, до того, как то есть в самом процессе, когда шел процесс подготовки его к подписанию. Я хочу сказать, и это первое. Второе.
Хочу подчеркнуть, что и Российская Федерация находится в очень тесных в этих самых переговорах с Европейским Союзом. Насколько я знаю, был почти на исходе второй вариант стратегического партнерства между Россией и Евросоюзом. Я уже заявил, что европейская интеграция – это объективный процесс, по сути, и процесс, в котором вовлечена и Российская Федерация. Дело в том, что я пока, и четвертое, все заявляют, и мы об этом говорили, что есть опасения у Российской Федерации, что при вступлении в силу положений договора об ассоциации могут быть, скажем так, может быть нанесен определенный ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Я думаю, что правительство это имеет, мы это не имеем, но это мы заявили, что если такие проблемы есть, мы предложим Российской Федерации идти на межправительственное соглашение, посредством которого мы исключим эти противоречия и заодно на пересмотр определенных положений соглашения об ассоциации. Итак, далее права человека. Обсуждаем права человека. Насилие в семье – распространенное явление в нашей стране. Законы существуют, они не работают. Как остановить насилие в семье, господин Петраки? Ну, вы знаете, дело в том, что у нас беспорядок во всех сферах в государстве. Мы должны это признать. А насилие в семье – это следствие, а не причина. Это результат плохого воспитания. Это результат, скажем так, ненормальных отношений между местной властью и гражданами. Это результат снижения роли школы в процессе воспитания людей. Это результат того, что отцы и матери находятся давным-давно за пределами страны и некому ухаживать, следить за воспитанием детей. Те, которые остались дома, либо мужья остались без жен, либо жены остались без мужей. И мы говорим о том, что села наши просто, как говорится, на грани исчезновения. И люди, которые там остались, у них нет работы, нет заработка, и они чем занимаются? Я не знаю, при доме там что-то там делают, напиваются, и вот отсюда и начинается и насилие от недовоспитания, и от низкой, или скажем так, почти никакой роли органов местной власти в соблюдении и обеспечении порядка на территории, за которую он отвечает. Поэтому как бороться? Я думаю, что есть разные способы. Во-первых, это можно быть законодательным путем. Усилить меры ответственности родителей или вообще за мелкие, средние хулиганства, которые происходят. Усилить намного выше, чем сегодня, именно уголовная ответственность за те действия, которые происходят в семье. Потому что мы каждый вечер слышим сообщение о том, что кто-то кого-то пырнул ножом, убил или выбросил, или подтолкнул, и все такое прочее. И органы власти, полиция, местные советы, примар и советники Спасибо должны вам. Об этом позаботиться Спасибо. На подчиненной территории. Господин Попа, как вы считаете, партия коммунистов-реформаторов, каким образом можно нивелировать насилие в семье? Я напомню, законодательная база существует для того, чтобы это не происходило, но тем не менее феномен такой есть. Пожалуйста. Действительно, дело не в законах. Законы у нас, в принципе, есть. Законы у нас, скажем так, по большей части нормальные, которые, в принципе, при их исполнении достаточно хорошо бы работали. Вопрос действительно в том, что насилие в семьях, алкоголизм и все остальные эти вещи, это всего лишь действительно следствие, нужно искоренять причину, а не следствие. Ну, понятно, что человек напился, пришел домой, избил жену, хорошо, ты его посадишь, одного посадишь, второго, третьего. Понятно, что это плохо, с ними должны работать специалисты в данной области, как в любой другой стране мира, есть социальные службы, которые с такими моментами работают. Но решить кардинально этот вопрос можно только одним способом, это улучшить жизнь людей. Каким образом? То есть, если у человека есть работа, соответственно, у него есть и доход, да, для содержания семьи, он себя чувствует человеком. Я вам скажу, что любой
мужчина, я не знаю, просто я не женщина, я не знаю, как женщина это воспринимает, но любой мужчина воспринимает очень тяжело и болезненно отсутствие доходов, что он не приносит деньги в дом, что он не может содержать семью. Отсюда начинаются какие-то депрессии, проблемы, человек начинает пить, соответственно, человек начинает пить, теряет контроль над собой, деградирует морально, соответственно, начинается уже насилие в семье и так далее. Ругани, потом драки, избиения и жены детей, и все в таком духе. Поэтому нужно дать людям работу, нормальную жизнь, чтобы они знали, что завтра будет, да, то есть как бы, и тогда постепенно это все уйдет, оно само собой, потому что это является всего лишь следствием, а причину надо исправлять. Продолжим тему прав человека. Использование детского труда — не менее актуальный вопрос. Официальной статистики нет по этой части. Данные, которые вот были озвучены некоторыми НПО на 2010 год, говорили, что около 20 тысяч детей в Молдове, труд 20 тысяч детей по меньшей мере используется. В Кишиневе есть яркий пример — это попрошайничество. Как партия коммунистов-реформаторов намерена восстановить справедливость, что касается незаконного использования детского труда? Честно говоря, я не знаю, где вошли на работу для детей, тут для взрослых работы нету. Попрошайничество. Попрошайничество, ну так это... Это один из примеров. Да, 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 это всего лишь один из примеров, я так понимаю. Но попрошайничество — это для некоторых категорий преступников, это бизнес, который поставлен на колеса достаточно очень хорошо и давно. Это не вчерашнее новшество, как говорится. Есть, ну, так этим должна заниматься и МВД, и прокуратура. То есть они знают прекрасно, кто эти люди, кто это организатор этих так называемых попрошайнических групп и так далее. Все же известно. Другое вопрос, что просто, опять же, возвращаемся к тому, что коррупция. То есть полиция знает, кто организатор этих вещей, но они идут, получают только взятки, оставляют их в покое работать. Вот и все. То есть для того, чтобы это прекратилось, как я сказал, должно быть технократическое правительство. То есть любой работник, любой сотрудник, работающий на государство, должен быть нанят по конкурсу и не поставлен туда кем-то от политических партий. И тогда он работает на государство, он ни перед кем не отвечает из политиков, политики не имеют на него давления, и он имеет давление только со стороны государства в виде закона, который действует для всех. И тогда в таком случае те же полицейские будут знать, что если они не выполняют свою работу, они будут наказаны. Причем не только они, но и их семьи. Мы, если дальше расспросим, я скажу, каким образом это сделать. Это работает в Японии, это работает в Сингапуре, это работает в Англии. Там чиновники, не только они подписывают договор, но и их близкие родственники. Мама, папа, муж, жена, брат, сестра. И если чиновник нарушает закон, либо не выполняет закон, просто невыполнение закона также является нарушением, то страдает не только сам чиновник, но и его близкие родственники. Ясно, вы предлагаете эту модель. Интересно. Господин Петраки, тот же вопрос ваш. Я думаю, что я начну с вопроса. Кто такие, скажем так, несовершеннолетние, которые привлекаются не только к попрошайничеству, но и к другим видам работ? Это дети, которые остались без опекунства, без заботы родителей, без заботы. У нас есть специальные органы, комиссии по делам несовершеннолетних. Есть государственные или местные служащие, которые за это отвечают. Есть полиция, которая должна обеспечивать общественный порядок, которая должна выявлять факты незаконного привлечения несовершеннолетних к труду и все такое прочее. И просто наказывать, применять закон, этого не делать. И потом, кто эти попрошайники или кто эти дети, которых можно привлечь просто так, за, я не знаю, за 10 лей, за день, чтобы он таскал там, работал целый день, я не знаю, на центральном рынке или еще где-то. Это дети, у которых родители не имеют достаточных доходов, не заботятся о них, не воспитывают их. И им все равно, ходят они в школу или не ходят, чем они занимаются после школьного времени, после обеда и все такое прочее. Поэтому вопрос, как говорится, бытие определяет сознание. Это истина объективная. Эти дети
появляются в тех семьях, где, я уже говорил, ни дети, никто не заботится о них. Поэтому это вопрос о комплексный. И опять же вопрос о том, чтобы у этих родителей было место работы, был доход, и за ними тоже присматривались, и чтобы они тоже привлекались к ответственности, потому что прежде всего родители виноваты за то, что их дети, кто-то их куда-то вводит или это, на микроавтобусе рассаживает по городу, вечером собирают деньги. То есть это чисто организованная, скажем так, незаконная деятельность по привлечению несовершеннолетних к таким видам работ. Спасибо. Я думаю, что можно навести порядок, когда время полиция стекло. Будет заниматься своим делом и органы местного самоуправления. Спасибо вам. Таким да. Время стекло для ответа на этот вопрос. Пожалуйста, следите за хронометром. Последний вопрос с нашей стороны. Вы слышите обратный отчет. Последний вопрос с нашей стороны. Нужно ли вводить Молдову смертную казнь как высшую меру наказания? Это очень сложный вопрос. Это сложный вопрос. Был и есть один из участников, когда мы в течение 4 лет, с 90 по 94 года, до момента принятия Конституции новой независимой Молдовы, этот вопрос обсуждался очень долго и, скажем так, упорно. Были разные точки зрения, но у нас в этом смысле есть международно-правовые обязательства. И мы ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека. Возникает до сих пор, я убежден, что применить смертную казнь это негуманно или антигуманно, потому что жизнь дается Богом, он же ее, как говорится, вправе отбирать, и это не кто-то должен, там, тем более имея в виду наш самый справедливый суд в мире молдавский, то естественно, что тем более, что мы знаем, какие грубейшие ошибки совершались в советское время, когда люди приговаривались к смертной казни, приговор приводился в исполнение, потом через 5 или 10 или 15 лет выходило наружу, что это вообще человек не имел ничего общего с этим самым. Поэтому я думаю, что пожизненное заключение, но оно обязательное применение, безусловное применение в тех случаях, когда совершаются тяжкие преступления против жизни граждан, против общественного порядка, против государства, против собственности, то, естественно, оно должно всегда применяться. Это будет смешно, но мы имеем случай, когда, по-моему, в Неспорянах, это 90-е годы, когда судья применил такую меру наказания, как 16 лет условно. Можете себе представить? За очень тяжкое преступление. Поэтому, если закон будет применяться безусловно и объективно, то, естественно, что эта мера, как пожизненное заключение, оно окажется более тяжким, чем лишение жизни. Напоминаю, время и стекло. Господин Попов, в Республике Молдова должна существовать смертная казнь? Безусловно, нет. Мы все-таки не являемся Северной Кореей. И у нас все-таки мы находимся в центре Европы и должны понимать, что такие меры это слишком крайняя мера. Я понимаю, бывают разные случаи в жизни, когда действительно люди рвутся чуть ли не сами вендетту осуществить и так далее. Но мы все-таки люди, а не животные, мы должны и по-людски и действовать. Особенно смертную казнь нельзя вводить до тех пор, по крайней мере, до тех пор, пока у нас действительно нет нормальной власти, которая не политизирована, власти, которая работает на чтит закон и следует букве закона, работает на граждан страны, а не на политиков и олигархов. Судебная система, конечно же, естественно, в том числе должна быть независимой и должны быть профессиональные судьи. Только тогда можно было бы вообще только обсуждать эту тему, но как я уже сказал, что мы и даже сегодня считаем, что в принципе наша уголовная система, вообще вся эта система, она слишком репрессивная. То есть у нас, я прошу прощения, в тюрьмах
сидят очень много, сотни людей, которые украли мобильный телефон или там курицу, или полмешка пшеницы, ну, от нищеты, в которую их ввело государство. Люди не виноваты ни в том, как, что их жизнь такая. Поэтому мы, коммунисты-реформаторы, предлагаем, что как бы зайдем в парламент, мы проведем амнистию. Все те, кто сидит до 5 лет, за нетяжкие преступления освободим места. Для тех, кто осуществлял кражи в особо крупных размерах, я имею в виду политиков, освободим места для них. Спасибо вам. А смертная казнь, конечно, нет. Спасибо за ответы. Далее у вас будет в сумме у каждого по 7 минут для того, чтобы для свободных дебатов между вами. Я напоминаю, этот формат интересен тем, что, возможно, телезрители поймут, за кого следует отдать свой голос, за Центристский союз Молдовы, либо за партию коммунистов-реформаторов. На вас остановились, поэтому с вас начинаем, пожалуйста, вопрос любой. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к решению, то есть к проблеме с левым берегом Днестра, то, что у нас была война в 1992 году гражданская, пролили кровь, мы знаем, что мы сейчас не контролируем левый берег нашей страны. Как вы видите решение данной проблемы? Значит, я хочу подчеркнуть сразу, что в этой кампании предвыборная партия социалистов, по-моему, выдвинула идею решения проблемы посредством федерализации. Я должен констатировать, что это заявление, или, скажем так, примат в этой сфере принадлежит Центристскому союзу Молдовы еще в 2005 году. И в 2010 мы сделали официальное заявление, но оно тогда не принималось в обсуждение. Мы считаем, что поскольку в течение 23 лет Республика Молдова не контролирует почти 1/3 своей территории, у нас нет единой таможенной, банковской, судебной, какой угодно системы на всей территории страны, и что центральные власти не могут гарантировать соблюдение прав и свобод граждан на левом берегу Днестра, и что эти переговоры и, по сути, все чередующиеся у власти партии доказали свою несостоятельность, и что есть опыт европейских и не только европейских стран по разрешению таких проблем, мы считаем возможным и целесообразным разрешить эту проблему посредством введения асимметричной конституционно-договорной федерации в составе двух субъектов, я имею в виду Приднестровье и Гагаузию, при соблюдении трех условий. Это первое, это пропорциональное представительство субъектов. Я прошу прощения, двух субъектов вы сказали, федерация из двух субъектов? Да, естественно. Когда я говорю асимметричная конституционно-договорная федерация, это означает, что центр делегирует такие права субъектам. Значит, пропорциональное представительство этих субъектов в федеральном парламенте – это право специального вето, но не универсального вето этих субъектов в центральных органах власти исключительно по вопросам, касающихся конституционных, их конституционных гарантий по осуществлению прав субъектов федерации. И третье условие, это, на наш взгляд, вполне разумно, это тотальная или общая демилитаризация территории Республики Молдова, как на правом, так и на левом берегу. Это, и, на наш взгляд, является основным условием для консолидации принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова. И гарантом было бы условие, гарантом для соблюдения таких соглашений в постконфликтный период. Пожалуйста, следите за временем, у вас остается менее 4,5 минут. В таком плане, и я думаю, что такой подход это позволило бы, во-первых, изъяло бы любые лайт-мотивы, как мы говорим, или искусственные, придуманные мотивы для администрации Приднестровья, что Молдова не хочет разрешения этой проблемы, и для той же самой России или для других стран, заинтересованных в этом, и мы могли бы установить такой порядок здесь, который обеспечивал бы стабильность и согласие на территории Молдовы, и Молдова смогла бы развиваться и распространить свою национальную юрисдикцию на всей своей территории. У вас есть вопросы господину Попа? Есть. Пожалуйста, задавайте его. Значит, господин Попа, очень долго муссировались слухи в прессе, когда появилась партия реформаторов, коммунистов-реформаторов Молдовы, что эта партия является неким клоном.
который появился вследствие воздействия или вовлечения в этом процессе внешних каких-то там факторов, субъектов, лиц и все такое прочее. И что это смысл появления этой партии является как бы, я не знаю, инструмент шантажа и воздействия на нынешнюю действующую партию Коммунистической Республики Молдова с господином Бронином. Насколько это правда и как вы это объясняете? Ну, действительно, слухами полнится, как говорится, страна. Эти слухи были распространены конкретно Петковым, Воронином, Ткачуком в то время, еще когда мы только заявили о том, что мы собираемся регистрировать новую партию. Вообще, в принципе, я хотел бы особенно для телезрителей, чтобы было все-таки четкое понимание, что с 2001 года по 2014 год из партии коммунистов олигарха Воронина ушло более 7500 членов. Это активные люди, которые продвигали идеи партии, продвигали на местах, в регионах, не будучи в властных кабинетах вместе с Ворониным, не участвуя с ним в разных схемах монопольных, воровства и так далее. Поэтому, естественно, что пришел момент, когда давайте вспомним, что в 2010 году действительно у многих, очень многих людей стоял вопрос, за кого голосовать, потому что люди разочаровались в Воронине, не хотели за него голосовать, в том числе и я, хочу вам сказать, но проголосовали такие за партию коммунистов тогда, в 2010 году, только потому что не было альтернативы той партии. Сегодня эта альтернатива появилась, она создана коммунистами и для коммунистов и сторонников партии коммунистов как альтернатива партии старого олигарха Воронина, который давно предал своих избирателей, давно продал своих избирателей. И хочу напомнить, что Плохотнюк был рожден именно Ворониным. Они являются партнерами с сыном Воронина, Олегом Ворониным, по сегодняшний день. Поэтому все эти, конечно же, слухи, что там Плохотнюк, еще что-то, полная ерунда. Если бы это так было, мы бы сегодня делали концерты, привозили бы блестящих Стасов Михайлов. Это все стоит очень дорого, сами понимаете, телевидение. Мы бы были полно билбордов по стране. Мы бы ездили на автобусах, в курточках. У нас были бы очень много возможностей. К сожалению, у нас у партии наша партия финансируется за счет членов партии. Нет никаких абсолютно больших каких-то финансовых средств для того, чтобы рекламировать себя как-то. Единственное, у нас есть листовки, мы ходим от двери к двери к людям. И вот то, что предоставляют телевидение бесплатно для партии, возможность участвовать в дебатах. Других у нас возможности нет, поэтому мы как раз настоящие коммунисты, потому что, как говорится, не имеем ни домов, ни машин, ни заводов, ни пароходов и так далее. Мы же, понимаете как, мы все-таки люди работаем, мы рабочий класс. То есть даже человек, если работает в офисе, сегодня это тоже является рабочим классом, согласитесь. Поэтому мы заявляем, что мы являемся альтернативой. Воронин, поэтому у нас уже 6 судов, он практически все проиграл, все суды. Поэтому мы идем дальше к выборам. Воронин, естественно, пытается нас убрать любыми путями, даже незаконными. То есть он пошел к своему другу Иону Руяну, который является судьей апелляционной палаты. Его выгнали за коррупцию из высшей судебной палаты. Он через окно вернулся в суд апелла. И Воронин пошел к нему. Тот быстренько сварганил какое-то не решение окончательное суда, а просто какую-то там бумажку, которую назвали великим решением, которое не имеет никакой юридической силы. И хотят, чтобы Министерство юстиции зарегистрировало, запретило нашу партию и чтобы ЦИК снял с нас с гонки. Естественно, мы понимаем, что Воронин нас боится как черт, как мы, по-моему, так говорят, кадраку детамые, да? Боится, что мы действительно отберем большое количество голосов именно тех, кто разочаровался в Воронине, кто понимает, что он предатель, что он продажный олигарх, а не коммунист. Соответственно, он хочет от нас избавиться. Не получится. Мы 30 ноября будем участвовать на выборах. Мы находимся под номером 6.
Вы видите, что наши символы отличаются от серпа и молота. Люди разберутся, где серп и молот, а где наш символ. Спасибо. Есть вопросы к вашему визави? Ну, смотрите, то есть, в принципе, вопрос очень простой на самом деле. Вы вообще, в принципе, вот я так понял, что вы все-таки поддерживаете европейский курс Республики Молдова. Отдаете ли вы себе отчет, что в Украине была та же самая ситуация, когда полстраны было за Европейский Союз, а полстраны за вступление в Россию, да? И чем это все в итоге закончилось? Кровь, война и так далее. Отдаете ли себе отчет, что если мы сейчас во власть придут партии, которые за Европу, скажем, да, которые тянут Молдову в Европейский Союз, то людей выведут те, кто за таможенный союз. Либо, если выиграют партии, которые за таможенный союз, то людей выведут, и уже было заявлено партии либерал-демократов, то, что они выведут людей на площадь. Чем это закончится, мы только можем гадать. Теперь вопрос. Как вы себе это представляете? То есть, неужели вы не боитесь, что у нас повторится украинский сценарий? Значит, ну, во-первых, мы исходим из того, что Центристский союз Молдовы будет представлен в парламенте. И что Центристский союз Молдовы является, скажем так, сторонником политического рационализма и прагматизма. Мы исходим из того, что и мы об этом заявляли и говорили, что ныне правящий альянс проевропейский проявил политическую безрассудность и проигнорировал народ в процессе подготовки и подписания соглашений. Это нужно было делать. Хотя бы на уровне консультативного референдума, чтобы узнать мнение народа. Но в условиях, когда ты знаешь, что половина на половину, то естественно, что это тем более надо было сделать. Не провели референдум, надо было провести очень мощную пропаганду и разъяснительную работу, чтобы убедиться им, что подавляющее большинство выступает за это самое. Естественно, что после подписания и ратификации соглашения о вступлении с Евросоюзом, вы понимаете, что это не... Если даже, как мы говорим, это произошло очень ускоренно, то этот документ не подписывается просто так. Это подписывается на уровне, скажем так, при взаимном согласии всех членов Евросоюза. Это не просто Евросоюз как один субъект, но есть 27 государств. Я уже говорил о том, что и Российская Федерация туда же стремится, но пойдет туда, потому что Россия не может изолироваться от всего этого самого пространства. В парламенте в итоге вы поддержите проевропейские партии? Я уже говорил о том, что мы не будем сейчас говорить о возможных коалициях, потому что мы еще можем гадать на кофейной гуще, как там будет. Мы надеемся, что мы сможем поддержать и создавать, скажем так, разумную, прагматичную и ответственную коалицию в будущем парламенте. Поэтому мы будем поддерживать курс на европейскую интеграцию, но, как я уже сказал, с возможным пересмотром определенных позиций и с их согласованием, в том числе и с Российской Федерацией, и исключить любые поводы для того, чтобы эти отношения между Молдовой и Россией ушли, как говорится, в тартарары. Это, я думаю, что это возможно при проявлении доброй воли и при открытом обсуждении этих проблем с Российской Федерацией. Вот это наша точка зрения. Кроме того, мы выступаем за то, что мы за европейскую интеграцию, но без войны. В условиях мира, стабильности и безопасности в этом регионе. Без коррупции. Сегодня, к сожалению, я не знаю даже, как это констатировать, Филат выдвинул лозунг «Европа без коррупции». Но это смешно, даже не знаю, как это сказать. Обратите внимание, у вас остается 40 секунд. Да, я слежу. И мы за европейскую интеграцию, но без разрушения, я бы сказал, божественных основ отношений между мужчиной и женщиной и основ семьи как основного там фундамента для нормального развития демократического общества. Вот это наша позиция. Угу. Если у вас еще вопрос, остается времени для того, чтобы задать возможный вопрос, если он есть господину Попа. Что бы вы сказали бы господину Вороне, если бы у вас была такая вот избирательная дуэль на каком-либо телевизионном канале? Подыгрывайте своему визави, я поняла. Почему? Ну, я бы... Хороший, на самом деле, вопрос. Я бы сказал, Владимир Николаевич, идите на пенсию, идите воспитывайте внуков. Живите, идите с миром, как говорится, и дайте нам, молодым, строить нашу страну и развивать ее страну. Потому что уже хватит политики,
Вы хороший политик, вы сделали много для этой страны. Особенно меня вот всегда ругают, почему ты столько ругаешь Воронина. Я говорю, это неправда. Ведь с 2001 года, все помним, какой был развал в стране, не было ни пенсии, ни зарплат, людям галошами зарплату выдавали. И именно Воронин, когда пришел к власти в 2001 году, потому что у него не было своей команды, ему пришлось сделать технократическое правительство, набрать людей чужих, профессионалов, и которые действительно с 2001 по 2003 год сделали очень много хорошего. Но, к сожалению, с 2003 года он начал заменять этих профессионалов своими уже людьми, и все пошло в тартарары. Сегодня я бы сказал Владимиру Николаевичу, спасибо вам за то, что вы сделали до сих пор. Идите на пенсию, дайте дорогу молодым. Спасибо вам. Ну что ж, господа, у вас остается 20 секунд. Не знаю, есть ли смысл задавать вам вопрос. Ложитесь, если вы в 20 секунд. Хорошо, тогда перейдем к заключительному слову. У каждого из вас по минуте. Пожалуйста, господин Попа, подытожьте свой месседж. Уважаемые сограждане, 30 ноября очень важные выборы, но я бы хотел все-таки вернуть вас в реальность. Партии власти вас уводят в такие какие-то дебри, что это якобы геополитические выборы и так далее. На самом деле это все ложь, вранье. На самом деле от 30 ноября, от вашего выбора зависит вообще вся наша жизнь, ваша и ваших семей, и страны в целом. Потому что 23 года до сих пор все занимались политикой и балабольством. Пора уже закатать рукава и начать заниматься экономикой, поднимать свою страну. Нам не нужна политика, нам не интересна эта политика. Мы идем во власть только для того, чтобы сделать необходимые законы, поменять систему власти, чтобы у нас правительство было технократическим и чтобы власть работала на народ. Поэтому 30 ноября голосуйте за партию коммунистов-реформаторов. Спасибо. И вам спасибо, господин Петраки. Минута для Центристского союза Молдовы. Уважаемые сограждане, сегодня решением Центральной избирательной комиссии был утвержден новый избирательный символ Центристского союза Молдовы словом «Altfel», что в переводе означает «иначе». Мы не случайно выбрали этот лозунг, этот принцип, поскольку мы считаем, что то, что натворили партии, находящиеся у власти, это катастрофа политическая, социальная и моральная. Мы считаем, что этот класс не может защищать Молдову, продвигать интересы и права граждан, и они должны просто уйти. Мы считаем, что при наличии двух тех обстоятельств, когда 86% не доверяет партиям, но это только из-за их политики, а 60% не находит себя в тех самых избирательных программах, мы должны просто голосовать против них, думать иначе, и голосовать иначе 30 ноября, то есть голосовать за Центристский союз Молдовы. Спасибо вам, что приняли участие в сегодняшнем выпуске дебатов на Реалитате ТВ. В студии, напомню телезрителям, был Михай Петраки, председатель Центристского союза Молдовы, а также председатель партии коммунистов-реформаторов Руслан Попа. Мы желаем вам удачи на выборах. Спасибо. Что ж, мы увидимся уже в понедельник. Всего доброго.